Осени клубная жизнь Одессы вовсе не останавливается. Окунуться в бурлящую ночную атмосферу нового осенне-зимнего сезона предлагает своим гостям ночной клуб «Карамель». И, как всегда, Одесса Fashion Channel в эпицентре событий. Сейчас вы все увидите своими глазами. Пошли! Вечеринки ночного клуба «Карамель» сверкают яркими огнями релакса и драйва, наполненные легкостью и беззаботным весельем. Поверьте, это идеальное место для дружеских посиделок, отдыха и развлечений. Мы не такие, как все, уверенно заявляет «Карамель». Будете удивлять публику в этом сезоне. Что интересного ожидает гостей? В этом сезоне мы открываем новый караоке-зал, который будет работать 7 дней в неделю. И каждый гость будет иметь возможность на большой сцене почувствовать себя звездой. В выходные дни будет работать отдельный караоке-зал. Также мы обновили меню кухни, меню бара. Всем предлагаем попробовать. А что самое главное в караоке-зале? Мне кажется, должна быть атмосфера, которая будет создаваться хорошим звуком сцены, возможностью спеть, выбрать, исполнить песню. «Карамель» – очень вкусное название. Наверное, у вас очень вкусно готовят. Пару слов о кухне. В этом сезоне у нас новое меню, работает новый повар. Он постарался все сделать очень вкусно, красиво. Ну и, конечно, по-карамельному сладко. Что же предлагает «Карамель» своим гостям в новом сезоне? Это прежде всего чудесный танцпол, банкетный зал, отличный бар. Но и это еще не все. В «Карамеле» открылся большой караоке-рум. Вы можете петь где угодно, но лучше всего это делать именно здесь. Как говорится, красиво петь не запретишь. Поэтому почувствовать себя звездой вы можете теперь каждый день. Но главное, не заболейте звездной болезнью. Добрый вечер. Добрый. Главный слоган «Карамели» звучит «Мы не такие, как все». Почему? Чем «Карамель» отличается от других заведений? Собственно говоря, для того, чтобы чем-то отличаться, нужно с кем-то соревноваться, либо на кого-то равняться. Мы не такие, как все, потому что мы такие, какие мы есть. Во-первых, новинка этого сезона – это то, что у нас открылась караоке-рум. Мы решили людей, которые хотят все-таки проявить себя вокально, тоже как-то поощрить. Не будем забывать про те замечательные праздники, за которые мы, собственно говоря, и любим зиму. Это Новый год, это, естественно, 8 марта, естественно, день Святого Валентина, ну и так далее. Вообще планируем работать 7 ночей в неделю. Помимо этого, у нас будет караоке и на большой сцене, и непосредственно здесь, в уютной атмосфере. Ну и, соответственно, вечеринки такие, которые будут будоражить и сознание, и внутреннее я. Секрет успешного ночного клуба? Мне кажется, секрет в том, чтобы каждому гостю понравилось, чтобы он почувствовал себя как дома, смог отдохнуть, расслабиться, ему было комфортно. Три слова, с которыми у вас ассоциируется клуб «Карамель»? Драйв, непредсказуемость, экшен. Наверное, так.
готовы к незабываемому отдыху? Всех неспящих с нетерпением ждет ночной клуб «Карамель».